Жители села Бусагашетского района отпраздновали 90-летний юбилей. В честь знаменательной даты там прошли соревнования по национальным видам спорта. Наша съемочная группа наблюдала за всем происходящим. В честь 90-летнего юбилея села Бусага у подножия гор Айртау установили юрточный городок. С юбилеем жителей села поздравил заместитель акима Шетского района. Он вручил почетные грамоты труженикам села. Поздравляю всех с 90-летним юбилеем. Пусть село Бусага процветает и развивается. Благодаря празднику у наших спортсменов есть возможность добиться больших достижений. В честь 90-летия села состоялась премьера песни «Вальс Бусага» в исполнении певца Саята Абдыгали. Для любителей забега были организованы соревнования в дистанции на 3 километра. Более 100 участников изъявили желание поучаствовать в этом виде спорта и побороться за ценные призы. Я приехал специально из Астаны. Нас, спортсменов по легкой атлетике, всегда поддерживают. Сегодня победитель получил мотоцикл. Я, конечно, буду стараться выигрывать в этой нелегкой борьбе. Силачи пробовали себя в народной забаве. Жители села наблюдали за тем, как участники поднимают 200-килограммового бычка на свои плечи. Победителем оказался житель Бухаржирауского района. Для меня это большое достижение. Я часто участвую в таких соревнованиях. Чтобы поднять быка, нужно приложить немало усилий. Я старался изо всех сил, и у меня получилось всех победить. Я специально приехал на юбилей села. Поздравляю всех с праздником. Напряженной и зрелищной оказалась схватка между именитыми казахстанскими борцами. Многие из них являются победителями международных соревнований республиканского турнира «Казахстан-Барса». В родном селе в состязаниях участвовали и всеми известные братья Ержан и Олжас Шинкеевы. В борьбе в супертяжелом весе победу одержал Олжас Шинкеев. Спортсмен выиграл автомобиль. Соперники все были сильными и достойными. Я продолжу дальше добиваться таких успехов. Поздравляю всех с юбилеем нашего села. Пусть оно процветает и радует жителей. Участники из разных регионов страны приняли участие в Аламан-Байге. Главный приз – автомобиль. Жители села Бусага праздновали юбилей целых 2 дня. Их ждала насыщенная концертная и развлекательная программа. На сцене выступили звезды казахстанской эстрады, танцевальные коллективы и местные исполнители. Динара Сартаева, Ерки Буламбекхожин, Бульдерген Асагат, телеканал Сарыарка.